Бля, какая красота. Так вот, дело в том, что уже в Казань надо ехать, так что погнали. Значит, сторисы будут называться «Отработаем всех спонсоров за 30 секунд». Постараемся. Значит, у нас тачка стоит в ангаре 13. Опустится после того, как запустим мотор уже на колеса Power Wheels. Здесь у нас прекрасный мастаковский наш Дуката. Он скоро совсем поедет. Toyota Hilux у нас сейчас... Оп-оп-оп, дожди ты. Почти загружен. Значит, с маслицем это с собой берем. С днем рождения, подожди. Мастаковские упоры для автомобилей. Кинг-Кониевская... Тумба и Мати Севен обязательно инструмент. И все это возле ангар 13. На самом деле это еще не все. Вот 300 V мы обязательно берем с собой. А еще у меня целая просто делегация ребят, которые называются Матюль Кейр. Это специальная сейчас серия, которые всякие, вот, пожалуйста, карбон фибр, понятно? Ну ладно, не карбон фибр, что у нас там, карбоди микрофибр. Короче, здесь... Картавый сторис, добрый вечер. Короче, здесь целый комплекс по уходу за автомобилем, и мы уже опробовали на первом этапе, работает безотказно, крутая штука. Да, этот туман определенно достоин сторис. Там вот где-то машина. А, и вот, и все, и больше нет тумана. Недостоин ты сторис туман. Короче, мчим нам еще что-то, в общем-то, хера, короче, километров, но... Где-то там Казань. Да, туман снова появился, но я не об этом. Никитос, тебе привет передаю, потому что Витя уже минут 20 пытается, короче, на своем андроиде настроить какую-то программу, которая нам будет рассказывать про... Впереди камеры, но ничего не получается у него, как-то безуспешно. Наверное, там разогнать надо процессор. Вить, ну, ты же можешь настроить, блин. Ты делаешь тысячесильные машины, но с андроидом-то справиться. Ладно, снимаю сторис на айфон. Красотища-то какая. Туманная, правда, но красотища. Ну, просто один вопрос, вот нихера. Время 4 утра. Зачем? Просто зачем? Ладно, зато вон запчасти темп.